А сейчас информация для тех, кто привык тратить деньги рационально и с максимальной эффективностью. Как и где приобрести самые необходимые товары хорошего качества и по оптимальным ценам. Информационный портал «Панорама.Про» продолжает собирать и анализировать актуальную информацию по скидкам и акциям в самых разных сферах. Это магазины, кафе, рестораны, автозаправки и многое другое. Специальный корреспондент, эксперт по потребительскому рынку, подбирает и составляет для вас наиболее выгодные предложения. Сегодня специалист портала готов ответить на самый главный вопрос автомобилистов, где в Твери выгодно заправить авто и побаловать себя чашкой кофе. Итак, заправить машину с выгодой, а еще и скоротать пит-стоп за чашечкой горячего ароматного кофе теперь вполне реально и в Твери. Что особенно актуально в холодную погоду. Эксперты нашли интересное предложение от сети АЗС Опти на улице Георгия Димитрова, 48. Это заправка от группы компаний «Газпромнефть». Для автомобилистов действует акция с 1 февраля по 10 марта. 95-й бензин по цене 92-го. А при покупке кофе или чая действует скидка 3 рубля на литр дизеля. Вдобавок еще и по карте постоянного клиента начисляются бонусы на бонусную карту за заправку и скидка 10% на все сопутствующие товары. Подробную, полезную, независимую информацию о других скидках читайте на портале «Панорама.Про». Продолжение следует...